Кучма. У меня крестьянское фермерское хозяйство, семейное, так и называется, индивидуальный предприниматель Кучма. Ну, занимаюсь сельским хозяйством, непосредственно клубникой. Занимаемся мы семейно уже с 16 года. С 16 года мы приступили к этому. Почему приступили? Район у нас земледеятельный такой. Здесь специфика такая, в районе три направления. Всегда, с поколения в поколение. Здесь Белореченский район Краснодарского края. Конкретно Белореченский район всегда был на огурцах, клубнике, ну и, соответственно, тюльпаны. Вот три направления в городе, которые вот в районе, я бы сказал, даже не в городе, а в районе, которые непосредственно этим занимаются. Наверное, самое благоприятное условие. У нас вот здесь территория такая вот именно. Нас даже вот меньше всего беспокоит. Ну, есть, конечно, как везде, там ну, наводнение у нас тоже, ну, тревожит нас, ураганы, заморозки. Но вот сам Белореченский район находится вот как-то территориально и больше подходит к этому. Ну, не знаю, я... Ну, вот знаете, вот зачем придумать новое, да, там, велосипед, когда его придумали до нас, наши там родители, предки здесь, ну, постоянно занимаются именно, я думаю, кто вот глубже и знает всегда, там, белореченские огурцы, белореченская клубника. Ну, не просто Краснодарского края, всегда акцентировалось на Белореченском. Не знаю, ну, я ничего нового не придумал, я встал и начал заниматься этим. Ну, смотрите, занимаюсь я непосредственно только земляникой садовой, клубникой, да. Мы выращиваем достойную, качественную ягоду на минеральных удобрениях, на органических удобрениях и занимаемся непосредственно рассадой. То есть времена настали, конечно, такие немножко этот, ну, как сказать, тяжелое, не тяжелое, но в связи с ситуацией в стране, импортозамещение должно быть. И это целевое направление, на котором мы очень плотно работаем. То есть люди не должны страдать ни в чем. Ни в ягоде, ни в посадочном материале. То есть мы для этого делаем все. Гектар у нас получается 5 гектаров у нас под балаганами, туннелями в простонародье так называемые. И 4 гектара открытого грунта. Ну, плюс-минус 9-10 гектар. В среднем я всегда считаю там, то есть, ну вот смотрите, объясню. То есть вот, скажем, любой сорт земляники, он подразумевает определенный плодоношение. То есть с одного куста заявлено, допустим, технические характеристики, его там могут доходить, ну, скажем, от 800 грамм до, скажем, 1,5 килограмма, в зависимости от НСД, КСД сортов, то есть, ну, в простонародье это одноразовые КСД сорта, которые плодоносят один раз в году, и НСД, которые нейтрального светового дня, которые плодоносят 2-3 раза в год. Я всегда считаю, считал и буду считать. Я всем всегда говорю, что, ребят, если вы будете брать 500 грамм с куста, с КСД сортов, я приезжаю, жму руку, это я считаю высший пилотаж. То есть взять там 800 грамм или килограмм с куста заявленных, это тоже так себе история. Объясню даже почему. Потому что, что такое земля, ребят, вы все должны понимать, что вот оно вот, сейчас идет дождь, это грибок, это вот усложнение, он ягоды много, ну, она уже не будет, соответственно, не того качества и так далее. То есть для этого мы ставим туннели, ну, здесь тоже своя специфика. Туннели нам позволяют, и климат Краснодарского края нам позволяет выгнать ее очень рано, но для этого нужно проводить определенные манипуляции. Соответственно, чтобы добиться конкретного результата, это надо целые лаборатории. То есть, чтобы вот заявленный был килограмм, технически его, вы должны туда заходить там в бахилах, скажем, ну, в белых халатиках, чтобы не заносить никакой ни вирус и так далее, и так далее. Когда вы коснетесь земли, вы должны это все, ну, немножко по-другому. То есть урезать как минимум наполовину. И это надо заявить об этом честно.
Я скажу, если уровень 500 грамм с куста у вас будет, у вас все будет хорошо. Это что касается КСД сортов. Ремонтантные, я думаю, за две волны по 500 грамм, они вам смело дадут килограмм. Если все, что выше, надо сказать, слава богу, как говорится. Да, это достойный, ну, результат будет. Туннели мы закончили. В этом году сложный был год. Полноценной ягоды первого сорта мы взяли 400 грамм с куста. Соответственно, это вот в туннелях у меня посажено 100 тысяч корней на 400 грамм. Мы понимаем, что 40 тонн ягоды мы получили в этом году, скажем, с 5 гектар. Ну, здесь еще тоже все должны понимать, что такое 5 гектар, допустим, стоит туннель. Туннель у вас будет стоять там в общей сложности, ну, 2,5 гектара. Почему? Потому что это дороги, коммуникации, промежутки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле, если взять, допустим, открытый грунт, вот у нас здесь, да, допустим, мы его используем больше, не акцентируем внимание на ягоду, потому что здесь маточник, мы с него берем посадочный материал. То есть на ягоду здесь акцента вообще в приоре нет. И вот и большой минус, многие считают заблуждение, это, допустим, для центральной России, там, для северных регионов. Вот они смотрят на нас, южане, и говорят, вот нам нужно ставить такие туннели. Ребят, туннели нас только оберегают от дождей, ветров, чтобы растение не стрессовало. Ну, ни в коем случае. У нас погода нам позволяет выгнать ее. А все вот эти туннели, они вам не подойдут однозначно. То есть у нас даже бывает такое, там снега выпадают, эти туннели, соответственно, ломаются. Есть много видеороликов, есть много... Ну, у нас тоже приходит апокалипсис. Допустим, если взять вот в этом году. Ну, вот что случилось в этом году? Допустим, никто не мог подумать, что такая будет ранняя весна. Хотя наши предки говорили, что всегда толкуйтесь там от правого, от проводов, от Пасхи. Если поздняя Пасха, будет холодная весна. В этом году что показало? Апрель месяц показал 35-37 градусов. Все, ягода покраснела. Мы вышли на рынок. 15 апреля мы уже начали вывозить ягоду. Была ли готова страна наша огромная к ней? Я считаю, не была. То есть, если взять и проанализировать, посмотреть статистику, никогда в приоре, скажем, 20 апреля никогда не было там до 50 машин, скажем, в Москве на Фудсити. То есть, практика показывала, что там на 9 мая у нас 30-35 машин, и это считалось тяжелые продажи, рынок не готов, Москва не готова. Всегда рынок начинал работать там с 12 мая, скажем, там 15 мая открывались ярмарки. В этом году, да, там Москва пошла на уступок, рынки открылись, ярмарки открылись 24 апреля. Ну, о чем это говорилось? Это было там 70-80 машин. Такое должно быть после 15 мая. Где 24 апреля, понимаем, да? А где там 15 мая? Соответственно, вот сейчас по всем телеканалам идет там все, вот сейчас кубанская пойдет ягода. Как она пойдет, если вот теплично у нас закончилась? В туннелях, в теплицах, да, у нас она в приоре уже закончилась. Только остался открытый грунт. Сколько его осталось открытого грунта? Я думаю, ну, 22 мая у нас закончится уже ягода. Как бы это прискорбно не было, как бы это, ну вот ситуация сложилась. Вот так. Смотрите, что по поводу качества. Я считаю, что у нас уже на югах. Мы, знаете, как у нас вот просто говорят, мы запрягаем долго, но едем очень быстро. Ребят, нам понадобилось 10 лет, чтобы мы уже вышли на этот уровень качества. То есть сейчас уже нету того, что как раньше мы ведра там в тазике собирали, там все уже идет. Евротара, пинетка, все, ну все четко. Мы уже идем, ну, в ногу со временем. То есть качество это в первую очередь. Все всегда акцентируют внимание. Это основа. Качество ее, вкусовые это 100%. Это даже не говорится. И транспортабельность ягоды. Потому что у нас страна огромная. Мы понимаем, допустим, с Белореченска отправить там в Кузбасс. Или, я не знаю, на Урал. Или там, ну, вот, на север. То есть это 4-5 дней она только будет в пути. Но скажу, признаюсь честно, есть над чем поработать. То есть мы еще не можем так плотно стать, заменить там турецкое, там азербайджанское, сербское качество. Я не знаю, ну,
Понимаете, они нам не рассказывают, но мы учимся быстро. Я думаю, мы скоро придем к этому, и у нас тоже будет... У нас, смотрите, у нас ягода 4-5 дней. От того момента, как мы его сорвали. То есть надо отдавать, ну, должное, что это скоропорт. Что это, то есть мы, ну, не работаем еще на химии, жесткой химии, не работаем. То есть у нас вот 4-5 дней, все. Это, ну, ну вот так вот, это честно. То есть вот ее нужно уже до конечного потребителя, чтобы она была на столе. То есть, ну, ну не умеем мы еще вот так вот, чтобы она неделями, месяцами, как турецкая. Ну, если честно, я даже не хочу. Пускай она будет на органике, пускай она будет все вот, ну, на таких удобрениях, которые... Ну, подытожить, я скажу так, вот мои дети кушают, значит, и конечный потребитель должен это кушать. Если я не даю своему ребенку, значит, я должен задаться вопросом, почему. Ну, вот так. Есть у нас холодильники, есть у нас все есть. Ну, ребят, я вообще считаю, конечно, это больше касается, кто уже начинает идти в ногу со временем, работать с сетями. То есть это одно из основ, ее нужно охлаждать. Нужно охлаждать на длинные дистанции. Раньше я был противник этого, я считал, что ягода должна быть не через холодильники, вот так вот сорвал и сразу до конечного потребителя. Это разные вкусовые качества, ребят. Когда ягода проходит через все манипуляции, холодильники и так далее, вкусовые качества теряются. Ну, не просто 50 на 50, а, наверное, 70 на 30. И это есть факт. Сорта я выращиваю разные. То есть на маточнике у меня разные сорта, начиная там Клэри, Алба, Азия, Мальвина, Магнус, Рамина, Априка, Сирия. Ну, очень много сортов. СНСД, Мурана, Вивара, Альбион, Сан-Андреас. Ну, очень много сортов. Почему? Объясню, ребят. То есть, допустим, то, что хорошо южанам, я еще раз подчеркиваю, не очень хорошо может быть там всей России. То есть, есть обратные заморозки, есть свои, ну, такие погодные климатические условия, которые вам обязательно не подойдут. Сорта у меня все технические, промышленные. Что они значат? Еще раз возвращаемся. Вкусовые качества, транспортабельность и менее склонна ко всем заболеваниям. То есть это погодные условия и так далее, мошки, там клещи и так далее. Они всегда присутствуют, как на любых культурах, на огурцах, там помидорах, неважно, они все есть. То есть вот это основа в этих сортов. Объясню даже почему. У нас акцентируют внимание, все стараются на раннюю ягоду. Такие сорта, как Флэр, Клэри, там, Ами, Алба. Ну, здесь тоже свои нюансы в транспортабельности ее, понимаете? Вот, к этому нужно акцентировать. Подытожу, скажу вам так, ребят, для каждого региона надо подбирать свои конкретные сорта. И всегда местная ягода, даже если я привезу в Самару, и самарские ребята вырастят ее, я вам скажу, у них будет на класс выше ягода. То же самое, если там с Урала привезут мне ягоду сюда, и моя местная ягода, она будет, она с грядки идет на стол. Понимаете, нельзя сравнивать там ягоду, которую я сегодня собрал здесь, она уже вечером в Краснодаре на столе, и через там 4 дня она будет в Тюмени на столе. Это будет разная ягода, понимаете? И люди, которые вырастили в Тюмени и поставили ее на стол, как говорится, с корабля на бал, это разные вещи. И надо отдавать должное. У нас здесь в приоритете, конечно же, акцент идет на раннюю ягоду и на среднюю ягоду, которую уже мы начинаем массово после 15 апреля. Как правило, у нас грунтовая ягода начинается с 15 апреля. Ой, с 15 мая, я извиняюсь, с 15 мая. И почему всегда страна готова, всегда ждет. И когда мы в этом году, я возвращаюсь, привезли ее 25 апреля в Москву, все говорят, это все подмешали, это взяли импорт в наши коробки, все слажут и продают. Это, ну, бизнес. Но это было в этом году не так. Это была вся наша ягода. Нужно честно об этом, ну, погодные условия такие. Вот высокосный год, вот тут, ну, вот так вот бывает.
А зачем? Конечно. А зачем? Погода у нас позволяет. То есть, понимаете, в чем вся фишка, очень хитрая фишка. Рентабельность ее. Если сравнивать, вот смотрите, если взять, почему у нас на югах не используют ремонтантные сорта. Мы все от них отошли, все, кто мы начинали заниматься ремонтантными сортами, если не брать там посадочный материал, да, для России мы выращиваем, почему мы от них отошли? Ну вот смотрите, я приведу такой пример. Вот нам, мне ничего не стоит, я живу вот на югах, мне не нужно ни топить, ничего, просто накрыть пленочкой и выращивать, погода свое дело сделает. Если, допустим, ребята захотят, скажем, неважно, там, в Воронеже, в Нижнем Новгороде, выйти на тот уровень и выйти со мной вместе на ягоду, что им нужно делать? Им нужно ставить, отапливать теплицы, строить огромные реально теплицы, отапливать. Что мне дает погода, они за это будут платить. Они должны ставить досветки, все делать. То есть себестоимость ягоды, когда мы привезем ее, ну, неважно, в Москву или там, и сойдемся на одном же рынке, у меня будет ее себестоимость, ну, образно, скажем, там, 250 рублей, а у ребят там с Нижнего Новгорода или там с Воронежа или там с Тюмени, у них будет 700 рублей. Почему? А на одном и том же рынке будем стоять. Потому что условия у нас разные. Мне погода дает, им не дает. И когда мы начнем торговать, я буду торговать 500 и при этом зарабатывать деньги, а у них себестоимость 700 рублей, уже минус 200 рублей. Вот теперь мы возвращаемся к чему? Когда настает лето, и у нас настает жара под 40 градусов, у нас в теплицах, как вот мы настроим теплицы, будем там сажать ремонтантные сорта, нам нужно ставить там, ну, скажем, сплит-системы, конфугеры, охлаждения, притеняйки, чтобы сбивать эту температуру. Ну, а в России будет, скажем, в том же Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмень, благоприятные условия, у них будет плюс 24, им ничего не надо делать, выращивать в открытом грунте, себестоимость у них будет 100 рублей, а у меня будет 350. И мы сходимся на рынке, они продают там 200-250, они в плюсе, а мы просто в минусе. Из-за чего каждый должен подбирать, ну, вот, себе конкретное растение, конкретно под себя и так далее. И в этом вот, ну, вот такая, вот смотрите, да, давайте по-другому скажем. Юга работают на всю Россию, всегда работают. То есть нам она вот в приори не нужна. Сочи не работает, Крым не работает, и Ставрополь, Пятигорск не работает, пансионаты не работают. Почему? Потому что все ждут 30 мая, начинаются отпуска, и вся Россия здесь у нас на побережье. Понимаете? И тогда, а у нас здесь, ну де-факто ягоды-то нету, тогда со всей России уже везут сюда к нам. А мы, наоборот, здесь побережье все пустое, надо честно об этом говорить. То есть мы для, ну, нашего населения, ну, переизбыток у нас. Мы работаем на всю Россию, то есть мы возим туда. А потом вся Россия приезжает сюда и с России везут сюда. И все, и вот так вот происходит весь цикл. Ну, смотрите, рассаду мы всю завозим с Европы, как бы это ни было. Да, мы ее размножаем, да, мы ее здесь мы завозим, высаживаем маточники, ее размножаем и так далее. У нас нету тех сортов, как у европейцев. Да, к ним я очень плохо отношусь, так как они относятся к моей стране, но отдать им должное. У них технологии, они, конечно, впереди нас. Лукавить я не буду, ну, что есть, то есть, они впереди нас. Ну, ничего, я думаю, наши агрономы дойдут, наши лаборатории дойдут, выведут свои сорта. У нас были много прекрасных сортов, там, веснянка, деснянка, как бы. Ну, ребят, здесь, понимаете, как технологии идут впереди. То есть, вот мы немножко забросили эту отрасль, а они нет. И, ну, ничего, я думаю, мы научимся, ну, все европейские сорта, все, которые я называл, это все итальянские сорта, ну, сейчас много и там, и голландские, ну, у нас акцент больше у нас привыкли на итальянских, и мы всегда считаем что-то, ну, наши местные, хотя, ну, там, Клери, Алба, ну, это далеко не местные сорта, скажем так, честно. Продаем рассаду, я продаю очень много. У меня есть телеграм-канал, группа своя от Дальнего Востока до Калининграда. Я мониторю, я со всеми всегда на связи. То есть проблем нет. Мне даже самому интересно. То есть, понимаете, вот какие сорта подходят, какие не подходят.
Почему еще раз вот мы возвращаемся, допустим, на Дальний Восток, там, на Сибирь, там, у них акцент идет там, на ремонтантные сорта. То есть у них зимы, ну, не переживают растения, там морозы минус 40, минус 50, и они стараются ранней весной посадить, чтобы она плодоносила, и уже, как скажем, Господь Бог велит, там, да, перезимует, нет. Ну, у нас, допустим, погодные условия позволяют КСД-сорта высаживать, там, скажем, август-сентябрь. Все, мы в август-сентябрь высадили, получили весной урожай, все, выдернули, и все, у нас зимует хорошо. У них нет. У ребят там очень плохо. Вот, если снег там выпал, хорошо, не выпал, ну, не перезимовало растение. В основном у нас практически все завязано на ручном труде. Штат у нас небольшой, 365 дней в году у нас, скажем, в штате 10-12 человек стабильно. На сезон сборов ягоды мы, конечно, людей подключаем до 100 человек, конечно, в принципе, только на сбор ягоды. А так, в принципе, у нас, ну, достаточно, у меня вот на хозяйстве моем 10-12 человек стабильно, 365 дней в году работают ребята. Есть у нас такая проблема с кадрами, она всегда была, есть и будет. То есть, ну, здесь специфика не немножко, да, иммигранты, они очень сильно разгружают рынок, не просто сильно, очень сильно. Но я думаю, руководителям нашим там виднее, они же не просто так принимают эти решения, я думаю, это с чем-то связано. Что по поводу нашего конкретного региона, района, допустим, Белореченского, у нас... Понимаете, когда идет сбор ягоды и так далее, у нас это уже не один день, не один год, это уже наработанная схема, люди берут отпуска, люди здесь, конечно, ну, приезжают очень много иногородних, приезжают с других регионов, приезжают, на самом деле заработки у ребят очень хорошие, достойные, я даже скажу, ну как достойные, ребят, ну вот смотрите, ну в среднем от 100 тысяч на сборах клубники и выше можно зарабатывать смело. Если... Но здесь, ребят, смотрите, самое главное, нужно иметь понимание. Понимание в чем? Вот приведу такие примеры. Вот мне приезжают, там, ну, скажем, там, ну, неважно, с Арзамаса, это там, с Липецка, там, с Белгорода. Ребята, когда читают объявления и говорят, что можно зарабатывать там по 5 тысяч в день на сборах клубники, они как бы, ну... Ну как это говорят? Но вы не путайте одного самого главного. Кто живет там на 9 этаже, это одно дело, хочу и могу. И кто всю жизнь здесь на земле и в поле. То есть, когда они приезжают, они говорят, я вот заработал, а там 1000 рублей. Вы обманули. Я подвожу там к Тане, Наташе, Маше, говорю, ты сколько сегодня собрала? Она говорит, там на 6 тысяч. Там, Таня, ты на сколько собрала? Там, на 5200 там. Марин, ты на сколько собрала? На 3800. А вот ты на 1500. Вот понимаете, вот ситуация какая. Оплачу всем одинаково. Ну, образно, ящик стоит там, ну, 250 рублей. 300 там уже, понимаю. Ну, не суть, да, допустим. Вот, ну, ну вот разные вещи. Ну, смотрите, что по поводу голубики. Ну, если, наверное, раньше этим вопросом заняться и заняться этим видом деятельности, может, имеет место быть. Но голубика – это деревья, то есть они с каждым годом все больше, больше, больше. И когда я этим вопросом занялся, решил ее высадить одно время, я плотно подошел к этому вопросу, вложений и так далее, и так далее. Я посмотрел на рынок, то есть она уже... целесообразности ее нету. То есть у нас есть наши братья белорусы оттуда, а там ее просто, ребят, вы не представляете сколько, даже ребята, которые начали у нас заниматься, ну, я рентабельности не вижу. Ну, немножко мы опоздали сесть в этот поезд, я считаю, ну, в нашем районе. Ну, здесь, понимаете, целесообразность всего. Всегда нужно считать деньги. Это основа. То есть деньги делают деньги, это честно. Сейчас я не вижу этой, ну, целесообразности. То есть ее... Ну, очень много у наших партнеров, скажем, братьев, они, ну, здесь запланили. Я для себя не вижу этого дохода. Что по поводу малины? Малины, скажу вам честно, даже не вникал в этот вопрос, тоже смотрю по сторонам, как бы, ну,
площадей, может, тех нету еще у меня. Может, ну, и самое главное, кадры. Кадры решают все. Возвращаемся к тому же вопросу. Кадры решают все. Мне бы санкций побольше. Вот реально побольше. Это возможность оттолкнуться и поставить на ноги сельское хозяйство. Если бы мы немножко нашим партнерам, как говорит наш президент, нашим партнерам, я так всегда называю, даже вот своих вот оптовиков, кому я сдаю, партнеры, нравится мне это, не нравится, там устраивают, не устраивают, но если я с ними работаю, значит, это мой партнер. Побольше немножко мы своим партнерам еще шнурочки подвязали, там, ну, скажем, там, ну, там, Греция, Турция, там, Азербайджан, то есть они наши серьезные конкуренты, ну, это мои серьезные конкуренты, я вот работаю в сельском хозяйстве, связанное с земляникой садовой, реальные, ну, конкуренты. И если бы мы им немножко шнурки подвязали, чтобы дать нам немножко оттолкнуться, ну, я думаю, правительство и так все делает для того, ну, по крайней мере, знаете, я всегда живу таким принципом: не помогаете, не мешайте. И мне не мешают. И я пока иду и развиваюсь. Чем больше санкций, пускай побольше санкций, мы сами наладим свое производство и сами пойдем вперед. Нам нужно время, нам его дают. Сейчас, ну, то время, я на себе приведу пример. У меня есть, не поверю, я всегда говорю, я когда начал заниматься этим делом, у меня был шуруповерт, лопата и жена. Все, что сейчас мы добились, свое маленькое производство, работают люди. Ну, все, ну, слава Богу. И слава Богу, я скажу. Ну, все важно. Важен, ребята, смотрите, это цепочка, цикл такой, я бы назвал. Смотрите, посадочный материал важен. Важен, то есть растение, откуда вы привезете, откуда вы его купите, это основа, посадочный материал. Важно построить конструкции, важно, чтобы сохранить то, что вы посадили. Важно, важно. Сопровождение, агрономы, люди, которые будут на этом работать. Важно, очень важно, тоже основа. Важно реализовать продукцию правильно, это основа, важно. Вот что выбрать важно. Я считаю, в нашем деле все очень важно. Каждый фактор взаимосвязан. Без этого невозможно. То есть, я считаю, вся цепочка. Соответственно, там защита растения, растение там, все вырастить и продать, реализовать, это основа. То есть, вот это четыре фактора очень, очень влияют, ну, я думаю, в каждом секторе. Реализация, каждый должен заниматься своим. Это будет высший пилотаж, когда вы, конечно, посредники всегда возьмут свою копейку. Всегда, при любом раскладе. Вообще, конечно, самое лучшее быть посредником. Есть производитель и есть потребитель. Накиньте свои 20%, и вы всегда будете в шоколаде. Как стать посредником, не знаю. Я как производитель, я говорю, что каждый должен заниматься своим. Я умею хорошо выращивать. Я вообще себя считаю хорошим управляющим. Что я имею в виду? Я создал очень хорошую команду. То есть у меня есть агрономы, есть все. Я хороший управляющий. И в эту сферу задач входит у меня и реализация. Потому что не просто ее вырастить. Вырастить, даже если вы вырастили все, но не умеете ее правильно реализовать, это может вас, ну, не просто там загнать в угол, может просто вас потащить ко дну. Реализация – это основа. Я когда первый год посадил, скажем, свои там 40 сотых, 50 сотых, да, я понял сразу одну вещь. То есть я не могу реализовывать ни на магазины, я не могу не реализовывать, только на местный рынок работать, потому что объем очень маленький. Если вы хотите даже уже ехать в нашу Белокаменную, то есть работать на Москву, вам нужны объемы. Чтобы дать объемы, это нужно иметь объемы и расширяться, чтобы возить машинами. И здесь станет очень главный вопрос – реализовать. Правильно вы задаете, резонный вопрос вы задаете – реализовать. Как вы будете находиться в двух местах одновременно? То есть ягоду надо собирать каждый день, минимум через день. Как вы будете, сегодня будете в Москве, завтра будете здесь, в Белореченске.
И вот здесь мы возвращаемся, каждый должен заниматься своим. Соответственно, нужно найти, куда вы будете реализовывать. Ну, надо сделать так, чтобы на, ну, выгодно было двум сторонам. Никогда не будет, что одной стороне выгодно, а другой невыгодно. Ну, не бывает такого. И в этом вот основа задачи. Смотрите, всю жизнь я работал на рынке. На рынке. В этом году, в 2024 году, я попробовал работать сетями. Понравилось мне это или нет? Очень понравилось. Да, меня подтянули там в обойму. Я с ребятами, говорят, давай попробуем, давай. И начал работать. Хотя два года до этого я пытался пробовать с ребятами, но вот не шло, но вот не этот. Но при этом вы должны понимать и отдавать отчет. У вас должно быть все официально. То есть ИП, все оформлено, налоги будете платить, все будете платить. Ребят, стоит ли оно того? Я думаю, стоит 100%. Я это называю, каждый ищет свой идеальный вариант. Я вот свой идеальный вариант нашел, то есть вот меня устраивает, допустим, вот 100 тысяч корней посадочного материала. Это образно на 5 гектарах земли, мне достаточно. То есть лукавить мы не будем. Если все идет четко, идет по плану, мне достаточно. Если идет все плохо, допустим, как в этом 2024 году, ну, мы летим. Но, скажем, не так сильно и не так больно. Каждый должен найти свой идеальный вариант. Я свой нашел. То есть мне достаточно вот 100 тысяч корней, чтобы, ну, держаться на плаву. Если я зарабатываю, я и так зарабатываю. Если я, еще раз повторю, лечу, как в этом году, лечу, но не сильно и не больно. Надо понимать, здоровая конкуренция всегда приветствуется. Она была, будет, есть всегда. Ну, не бывает такие, что вы вот один на рынке, не бывает. И вот для этого нужно нам подстраиваться под своего потребителя. Что я имею в виду? Ребят, еще раз, надо, я акцентирую внимание, я всегда говорю, вот, читайте между строк. Нам надо производить тогда и выходить на рынок, когда будет, ну, наши люди будут готовы покупать. Вот поверьте мне, вот это все импортозамещение, как бы оно печально не было, как оно ни звучало, мешает ли оно нам? Мешает 100%. 100%. Я не знаю, как они умудряются там завозить за такие деньги. Но смотрите, ребят, давайте будем честны. Что такое импортозамещение? То есть завоз импорта сюда. Ну, это огромные деньги. Это много людей задействовано. Много людей получают зарплаты и так далее. Понимаете, есть таможки, растаможки, логистики, машины. Это сколько людей работают. Понимаете, чтобы нам это, как бы вот с этим бороться, надо начать с себя. Начать оформиться, надо все оформлять, показывать. Может, тогда и государство будет думать об этом. Как государство может думать? Ну, вот, ну, я, ну да, давайте так, давайте честно. Ну, вот сколько у нас ребят оформлено официально здесь? Мы сейчас выйдем, посмотрим. Здесь все у нас в клубнике. Серьезно, сейчас мы поедем в управление сельхоз, да, и посмотрим, сколько официально у нас. У нас же подаются, да, в министерство, в край, с края подается в министерство, и там говорят, ну, у нас там 100 клубничников. По факту у нас 3000 клубничников. В министерстве смотрят 100 клубничников. Сколько у Вани там? Ну, 50 тонн. Умножим там, да, 50 тысяч тонн у нас выдаст Кубань. Официально. Что наши министры должны делать? Ну, я всегда говорю, встань на то место и подумай за него. Он говорит, у нас потребление страны там 500 тысяч тонн. Где их взять? Нужно заместить? Нужно. И не завозят. Мне кажется, больше отталкиваются от этого. То есть они же видят официальную статистику. Кому интересно там приехать с Москвы, ездить по полям, смотреть, сколько у нас, что за глупости. Глупости, официальные данные. Мешают, однозначно мешают. А потом мы выходим на рынок и смотрим. Турецкая стоит 200 рублей, краснодарская стоит 400-500. Почему? Ну, местная всегда была и будет дороже. Но здесь ее себестоимость и рентабельность. Как им компенсируют там их государство, мы не знаем. Как наши, прежде чем требовать что-то, нужно официально выйти и показать. Да, я хочу, да, я могу. Что может предложить мне государство? Я знаю, очень много дотаций идет по всей России. То есть я продаю саженцы, я вижу там стендапы, там гранды и так далее. Ну,
У нас как-то это не сильно развито, скажем, ну, в крае. Не знаю, может, я не сталкивался. А вот по всей России я смотрю, я продаю, официально продаю, то есть со всеми документами. И я ж вижу, сколько, ну, государство на самом деле помогает. То есть развиваются регионы. Я вижу там Самару, я вижу там, еще раз говорю, там Белгород, Липецк, ребята, Воронеж, Нижний Новгород, там, ну, все гранды, там, Уссурийские и так далее, то есть Дальние Востоки. Всем дают, кто хочет официально заниматься, там ребятам помогают. Но они тоже же хотят статистику видеть этого всего. Ну, саженцы или ягода. Саженцы у меня как бы это вспомогательные. Я зарабатываю деньги на ягоде. Честно, я зарабатываю на ягоде. И пока, слава богу, все идет хорошо. Иван.